Машина, которая нравится. И нравится она и в левом руле, и в правом. Да потому что это большая машина. В левом руле это, естественно, Максима, в правом руле это, естественно, Цефира. Конечно, это не самый большой Nissan. Есть и Цедрик, и Сима, и Президент. Но в универсале я видел только 2 или 3. И это круто. На переднем приводе и универсал. Единственное, что не круто, и чем Таурус круче, так это тем, что в Таурусе подрамник. А здесь такого нет. Но это клево, когда действительно большой, не попадающий в аварии автомобиль в любом руле и здесь. Огромный салон стал еще более огромным, и это почти Toyota Wagon. И даже находиться с этим безусловным лидером американского рынка – это клево. Ну а так-то громадные колеса, возможность поставить газ и многое чего для качественного перемещения и на рыбалку, и в неговнястую грязь здесь есть. Так что, по идее, выбор-то за вами –